Свыше 1,5 миллиарда тенге задолжали жители столицы по налогу на транспортные средства. Об этом сообщили в департаменте госдоходов. В списке лидеров по задолженности вошли жители Алматинского района Астаны, около 600 миллионов тенге. У жителей Сарыаркенского свыше 300 миллионов. На Байконурский район приходится долг почти в 200 миллионов тенге. Отмечу, срок уплаты налога на транспорт за 2023 год истекает 1 апреля.